Рядом со мной находится Анна Липсак-Клейманс. Она выступала сегодня спикером на выставке CPM. Анна, скажите, какие вопросы вы обсуждали? Традиционно наша компания Fashion Consulting Group уже в течение более 10 лет открывает форум, который проходит на выставке CPM. Форум называется Russian Fashion Retail Forum. И каждый раз это открывается выступлением по изменениям состояния рынка за прошедшие 6 месяцев, которые рынок существовал между выставочными сезонами. В этот раз я говорила о тех трендах и тех изменениях, которые произошли на рынке за последние полгода. Скажите, коронавирус как-то повлиял на рынок вот за эти полгода? Ну, коронавирус не только повлиял, он продолжает влиять. Ситуация на сегодняшний день пока абсолютно неопределенная. Вначале все надеялись, что карантин будет очень короткой временной мерой. Через 2 недели начали беспокоиться. Сейчас уже фактически мы будем говорить о месяце вируса. Он вышел за пределы Китая, он уже в Европе. Поэтому ситуация беспокойная. И мы знаем, что Китай – это крупнейший производитель. Фактически все наши крупные бренды размещают заказы на производство в Китае. Китайские туристы помогают, с другой стороны, нашему люксу. Поэтому коронавирус не положительно влияет на индустрию с любой точки зрения. Анна, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.